пацанов жалко. Ты сейчас охуешь. Конечно, жалко. Представь, вот сейчас увидишь, как открытые глаза я подходил. А вот в Урале, вот это, полная будка. Куда царевод, пацаны? Да люди, блядь, ну прикинь, ну кто-то съебался, кто нет, видишь, где все едет, там снарядом куча лежит, ну там, там пизда, короче. Це джип якийсь раз, це люди, наверное, їхали. Це ж, наверное, мені казав, що... Вояки. Это вояки все, Лен. Без номеров, бачите, все без номеров. А, це російські. Вон два пулемета, бери себе, блядь, и стреляй, нахуй. Я ебал, я нихуя не хочу.